играл или нет. Ну, это вообще случайно, конечно, получилось. Но, пожалуй, что основания были. Обязательно попрошу Влада Батурина. Это как он мог избежать? Нет, не соглашусь я со Штарком. Это домашнее судейство. Это для того, чтобы совсем не расплакались болельщики. Только исключительно для этого дела. Костел Пантелеймон против Томаса Мюллера. Разбег. Мюллер великолепно все исполняет. 1-1.